Ну, просто... нормально сделать? Может, ты не будешь комментировать? Как... Ой, типичный Ермак. Либо положено. Не, норм. А, в эфире Алексей Крукович. Алексей Крукович. И я, как всегда, не участвую в основном контенте, потому что 3. Вот не то, что он. Что это за? Это королева, а, королева протёк. Так это разминка. Вот это он, блядь, сделал. Но он как-то очень сильно это сделал. Так. На руки. А ему не нужна разминка, просто как выйдет. Ермак. Типичный Ермак. Ермак. Он в крыласском бачке. Это из этого. Из Mortal Kombat. Ермак мастер. Ермак! Вить! Молодой, не знаете. Вить! Помахай ручкой. Рукой. Ермак. Супер. Ты поздоровайся. Поздоровайся, Данк ТВ. Ладно, не надо Данк ТВ. Данк ТВ! Вот. Yes. Молодец. Пасер, ебан. Надо было круг ТВ. Не засчитывается. Как я не знаю, я даже на разницу. Я бы вышел, но нет. На фоку. Мне кажется, а экшен. Экшен даже стоит или лучше? Ну я знаю, не прокладывал. Ну, он стоял там мельницу. Ну, я так тоже умею, на самом деле, просто не хочу. Я уже приоделся. Он мельница. Тросы снял там, да? Разница в том, что он навес. Тригаться так, братан. Нет, куда ты бежаришь там? У меня просто контракт с Майами, я боюсь травы получить. Я разорвал детский контракт. Давайте поаплодируем. Сейчас мы увидим его. Фамилия наша, обалдеть. Вот это крутая. То есть еще прыгает, еще представлен. Вот этого парня зовут. Прокоп! А ты или фамилия? Я бы его назвал агрессором. Прокопов, да. Ну, я бы. Терминатор. Этот. Этот Ермак. Старел. Старевший версия Ермака с больным коленом. И у нас еще остался, не знаю, молодой. О, сегодня еще с двух ног по локоть будет. Ну что, можете еще раз я быстро. Как обычно, у нас две попытки. По кругу, потом еще руку. Раз. Руку, за так, давай, мы выходим. Если не дал сверху, есть минута, чтобы исправиться. Все просто. Трос. Делай чуть-чуть потише. Трос. А, да, нормально, все, я слышал. Так, ну... Там, блядь, идеально какая-то одна точка, выбрать. Он в нее попал, чтобы мне сейчас скачил. Я три раза кидал, не попал. Мурик, иди сюда. Давайте аплодисменты встречать. Мурат, когда-то он был очень крутым, но сейчас тоже крутой. Иди сюда. Давай, пять. Кто это? Вот. Так. Да, смену вопросов. Даже прыгнуть не могу. Конечно. Самое главное, у нас сегодня жюри, авторитеты есть. Ахмед, выходи сюда, можно тоже аплодисменты. Ахмед, выходи. Генеральный директор. За это России можно поаплодировать. Совместно с нашим проектом, если вас когда-то кто будет Мирзалим Назудов. Ахмед Мутазалиев, генеральный директор, дай мне 5. И, конечно, у нас есть девчонки. Девчонки, можно вас позвать. Нормально просто девчонки. Два парня, две девушки. Да, отлично, встали. А где две девушки-то? Я вижу одну. Вот я вижу одну. И еще есть где-то. Вот, а вот дурак, все, пришло. Курочка, да? А что с той стороны перед нами? Во, вон там у меня в друзьях есть. Да? Давайте еще раз поаплодируем и нашим компетентным, уважаемым жюри, и нашим данкерам. Создаем свой данк-контест здесь, на Красной площади. Как? Вызываю Ермака сюда прыгать. Ребят, смотрим внимательно. Кстати, чем громче будете болеть, тем лучше будете влиять на жюри. Да, он на трибуне. Ой, Ермак все так хочет. Я буду рад. Отойди. Все? Давай. Вот так вот он разбег взял такой нехуёвый. На, блядь. У тебя есть 59 секунд, чтобы исправить. Время пошло. Он щит хочет разбить. Нормально. Я его знаю. Блядь, колено. 59 секунд. Поддержка началась. Просто заставим. Лети! Лети! Лети!
Товарищи, сумерно! Туда. Что? Да. Четыре, вижу. Пять. Записали. Я твой фанат, можно пять отпеть? Ну что, кого дальше? Давай, русских. Тут видно ли кольцо, ли? Тут повыше поднимите. Да, нормально. Очень легко. Жюри, оцениваете. У нас еще будет второй раунд, не переживайте. Так. Четыре. 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 Пять. Русский. Молодой. Давай твое слово. Тут Ермакович. Ой-ой-ой. Я думаю, что это интересная поддержка. Ну еще 59 секунд, чтобы справиться, это много времени. 59 секунд, ну, уже чуть-чуть. Кенни Доктин. Но одной поддержки мало, все зависит непосредственно от участников. Сегодня, пожалуйста, имеется. Так. Все, уже все же он покажет. У нас есть, кстати, такое жесткое жюри. 4 таких же оценки. А то всегда все пятерки показывают. Так, последняя. А что, не удивишь, хули? А где он стоит? А вот. Справа. Он справа. Справа на левую посадку. Ни хрена издалека. Да, ну его уже. Злой парень. Психотуха пошла. Ермак очень близко слишком. Для камеры. И за стену улетел просто. 35 секунд. Еще чуть-чуть, мы будем залить. Сейчас пойдем в Макдональдс, наверное, выложим сразу это видео. Wi-Fi через поля. Раз. А, тут есть Wi-Fi, кстати. Бля, а что это такое? Подожди. А он только что ее делал, нет? Он не сделал. А он все еще пробует? Он все еще не сделал. Давайте поддержим. Это вообще он это думает. Давай, для Данк ТВ. Данк ТВ. За всю хурму. Еще будет шанс реабилитировать. Да! Легче сделать это, да. Потому что он ее перед собой держит. Подглядывает. Три, четыре, четыре, четыре. Ну что, второй круг, поехали. Ермак. Что, у вас по новой будет? Так у меня нога болит. А знаете, кто нога болит? Подожди, Витя. Я думал, ты запоминаешь. А это круг, Алексей. Алексей круг. Сейчас будет реверс. Реверс будет. Ваши. Либо Джордан. Либо Джордан, либо реверс. Реверс. Минута пошла. Как же он его-то не может поставить? Кстати, желательно, чтобы все-таки программа второго круга отличалась от программы первого. Желательно. А наши танкеры не могут стать. Нормально. Бля. Полегче, давай. Ну что, давай, давай, я тоже так думаю. Давай, давай. Давай, давай. Оп, ну, через круг давай, давай. Мель с двух. Двигай. Оп, давай, давай. А мы вообще любители в рифму. 10 секунд осталось. Мяч что-то выпадает, жесть. Давай, давай. 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 Поддерживай. Бля, он сейчас вообще был разбирался. Товарищи судья, ваши оценки. Все, а, Ермак, блин, нога. Давайте позонируем, травмы. Тупые травмы. Молодец. На респект. Просто ветеран. Вот это уже что-то интересное начинается. Вот эти ребята. Главное, кстати, поставляйте с той стороны, если побежится. Все тут выстраивается. Если их всех скрепить, я их перелечу. Скрепить? Ну, если они пожмутся друг к другу. Ты хочешь, чтобы мужчины жались друг к другу? Да, хочу, чтобы они пенетрировали. А это ноги к рукам. Вообще интересно, ладно, конечно. Блядь, они болят, как хуй знает что. Право, я хуеваю. Тихо, тише, будь. Уберите! Блядь, уберите эту хуйню кольцом. Бля, а, не его ловить. Уверенно! Просто стойте спокойно. Давайте поаплодируем! Поехали! Есть! Это Ермак в том году. Это Ермак лучше. Ты знаешь, можно было еще двух поставить запросто. Это русских. Запасником, запасником. Товарищи судьи. Пять. Согласен. Слышь, пацан!
Записывай. Молодой, твое слово. Должен ответить, я думаю. Мельников. А, ну да. Что говорите? Из-под ноги, а, ну, с одной. Друзья, вы как смотрите, заказываю из-под ноги с одной. Из-под ноги. Сами приглядывайте. Сами знаете. Все может быть. Даже так? Это стандартная группа поддержки молодого. Минута пошла. Давай. Рано ты начал красоту показывать. Хотя... Ну что, хотя, потому что это не все, блядь, дебилы. Ай! Чуть-чуть не хватает, но уже лучше, думаю, что сейчас все случится. Еще 35 секунд целых. Ох, хорош. Жюри! Будется ценитель, по пластику чувствуется. 4! 5, 4. Итак. Так, баллы 100 грамм, как запрос. 4, 5, 4. Может, с руки снимешь? С руки, блядь! Товарищи судьи, это первая попытка финала. Опачки. Но судьи, между прочим, 4. На Красной площади первый. Вот так вот. Все просто. Прям хороший. Жюри у нас. С первой попытки, ну. С третьей. Ну, ну первый это он не бил, он просто прыгнул. Кто что? Идет ответ. Вроде тоже из-под ноги. И вроде точно так же. А вроде пятерка. Но это с навес, ребят. А почему пятерка? А давайте узнаем. Почему вы поставили 5? Хорошо прыгнул, а первый что, плохо прыгнул? Сверху. Да ладно. Ты готова? Напис, ладно? Из-под ноги. А почему Катя судит? Вот это порядок вообще. Я думаю, жюри оценит, и все судьи единогласно 5 баллов. Кирилл, надо было через меня из-под ноги. Да из-под жопы, блин. Что я не научился? Да сделал бы. Вот первый, второй, там тоже первый раз. Бля, Динов. И здесь все судьи пьют. Так, ну что, друзья, вы пройдите центр поля. Ну что? Судьи посчитали. Кто самый крутой, кто нет? Ну-ка, давай. Пипец. Я из рюкзачка, как из кубышка. Охренеть. А что тут считать? Тут, по-моему, так все понятно. Чё? Круг в следующем году всех партнеров. Точно понятно, круг. Да? Все поняли, кто победил? Вот еще финалистам аплодисменты. А мне кажется, они подготовили еще по одному данку. Да, нужно вам еще по одному данку дадим им? Нет, у нас есть напис. Не готов уже, все, нет, никаких не давай. Все очень просто. Ну, как хочешь. А жюри говорят, что еще подойдем. Иди сюда. Идите сюда, мужики. Дайте все. Русских, иди тоже сюда. Красавчик, прибавим, кстати. Микстейп, микстейп я запилил. Вот ради него можно. Полочки, агенты, баскет и дуду вам. Вот так вот, для начала, держите. С него не на данке. Держите.
Оп, выпал халява. Держите, ну я совместно. И просто рука он меняется и забирает. Такая. Покойщик, давай ему аплодисменты. Летающий какой-то выберет себе. И все будет зашибись. Жюри, спасибо вам, можно аплодисментов. Вот сложный выбор. А пусть жюри сейчас не уходит, пусть оценит все-таки девушку, которая... Да, мне еще рано. Шарик, ну просто вот. Ребята, ноги...